Эльдар Рязанов, реанимация. Информация о его состоянии пока разнится. Доподлинно известно лишь, что 87-летнего режиссера накануне госпитализировали с подозрением на инсульт. Информация о болезни мэтра советской комедии появилась утром. Российские СМИ сообщили о том, что у Эльдара Рязанова острое нарушение мозгового кровообращения, состояние его крайне тяжелое. Родные режиссера пока от комментариев воздерживаются, однако по некоторым данным, в момент госпитализации Рязанов был в сознании и даже шутил. Здоровье Эльдара Александровича давно вызывает опасения. Знаменитый кинематографист перенес 3 операции на сердце и несколько лет назад уже был в прединсультном состоянии. Эльдар Рязанов – создатель десятков любимых миллионами фильмов, самый известный из которых – «Служебный роман», «Гараж» и новогодняя комедия «Ирония судьбы» или «С легким паром».